Перед началом торжества фильм-презентация напомнил собравшимся историю создания и становления исправительного учреждения в Десногорске. В настоящее время колония-поселение предназначена для отбывания наказания работников судов и правоохранительных органов. Начальник – полковник внутренней службы Александр Филимоненко. От Федеральной службы исправления наказаний коллектив поздравил начальник управления Алексей Баранов. Учреждение успешно справляется с поставленными задачами. У них есть достаточно большой ресурс для выполнения этого. Есть ресурс и человеческий. Хочу обратить внимание на то, какое количество выходцев из этого учреждения заняло руководящие должности в других подразделениях. Ставят это учреждение и собственные цели. А все это говорит о том, что у этого учреждения впереди еще большой путь. Ветеранам внутренней службы и действующим сотрудникам Алексей Борисович вручил медали за отличие в службе. За особые заслуги сотрудникам вручены почетные грамоты. От администрации Десногорска коллектив поздравил глава Андрей Шубин. Нелегкий труд сотрудников колонии зачастую связан с риском для здоровья и жизни. Не просто ежедневно иметь дело с нарушением закона. Но именно от такого вашего профессионализма, гражданского мужества, решительности и настойчивости во многом зависит вера в людей, в безопасное проживание в нашем городе и в стране в целом. Андрей Николаевич вручил почетные грамоты от губернатора Смоленской области и главы муниципального образования. Представитель депутата Михаила Лосенко вручил работникам учреждения благодарственные письма от Смоленской областной думы. Родной коллектив поздравили бывшие начальники колонии поселения Сергей Терешков, Александр Ларченко и Петр Петров. Торжественная часть юбилея сопровождалась концертными номерами десногорских вокалистов.